Всем привет, с вами Джага, мы продолжаем играть с Байдена Вазик Afterbirth Plus. Тот, который дневные прохождения, и вот у нас нынче, да, это же лично Айзик. Лично Айзиком будем проходить, уже, наверное, правда, кто-то прошел. Все-таки 4 минуты, как началось. Надо было это реролить, ну, в принципе, ладно, может, найдем секретную комнату и там что-нибудь реролим. Или нам сейчас вот эту морду реролить. Вот эти ребята, особенно вот этот. Ну, хоть не взорвался, то спасибо. Пилюля, перкс, оно, конечно, классное, наверное, но не тут. Это отличная комната. Больше таких комнат, только где-то не тут. Ключик, а ключик дадут? А ключик выйди-ка, дайте ключик, а ключик они... Серое сердечко, внезапно. Ну, это довольно щедро. Ой, как хорошо. Три портала, правда, они быстро кончились, но и хорошо, что они быстро кончились. Теперь вопрос, где секретная комната? Где секретная комната? Я бы тут ее поставил, но тут не может быть. А значит, не может быть, соответственно. Но тут внизу... Тут нигде не может быть. Что это за такая странная секретная комната? Слишком секретная. Наверное, это тот случай, когда секретная комната обычная, которая примыкает к нескольким, примыкает где-то к одной, и... то может быть вообще-то где угодно. Ну, чаще всего это бывает в комнате сокровищницы. Ну, впрочем, посмотрим, может, сейчас вот тут что-нибудь будет. Нет, тут два места для примыкания секретной комнаты. И оба два могут быть заняты, кстати. Или нет, или не знаю, или... Да сколько ж там пауков-то? Хватит столько пауков. Хватит это терпеть. Блин. И продолжает плодить все. Добили. И, наверное, секретная комната все-таки тут. И она тут. А камень с крестиком нам хочет задать еще бомб. Больше бомб. Одного из них это задамажило. Черная руна. Отличное место, вот просто лучше не бывает. Черная руна всех убила, в том числе руны. А, здорово. Ну да и ладно. Зато есть ключик. И теперь вопрос, где же секретная комната номер 2? Возможно, тут где-то. Но я бы тут ее поставил. И она таки тут. И в ней предлагают... Даже не знаю, вот, опять камень с крестиком. Ну, давайте глянем. Опять бомба, опять серое сердечко, неплохо. Ну, еще глянем, что тут. Так, магазин, 4 монетки. Разве что взорвем кипера и что-то тут ничего полезного нету. Но в любом случае, дыра есть, надо заходить. Опять ничего нет, взрываем кипера. Кипер взорван, пауки получены. Ну что ж такое, ничего полезного-то. Тут бы взять вот тут боже мой, как его, аккумулятор. 5 монеток. 5 монеток это что? Это можно взять сердечко. Но мы не будем его брать, мы пойдем сразу бить босса. И вот там что-нибудь рерольнем или нет. Вот обычно на черве пини или от пина получаешь, или от его помощника. Или от того и другого. В 2017-м надо получить от пина в морду. Никуда не годится. Так, а дамаг обычный, 3,5. Вот как это произошло? Ах, ладно. Дальность слезок больше. Вот тебе серое сердечко. А красное так и не сломалось. То есть по морде не получено. 5 монеток. Все комнаты обойдены, секретные тоже, монеток нету. Там, наверное, были какие-то классные руны, и вот черная руна, все. Но с другой стороны, не потрачено сильно много здоровья на вот этих чертях, которые там были. Да ладно, целое сердечко. Почему целое сердечко? А, половинка там была. Но все равно, как-то уж чересчур, как говорится, в том же 2017-м насчет этих ребят получить по морде не хватало. Как специально. Нет, я просто точно рассчитал, что тут наверняка секретная комната. Нет, это удача. 6, 11 монеток. Еще 4, можно что-нибудь купить классное. Интересно, получится взорвать все 4 грибочка. Ну хорошо, попробуем еще. Но вдруг. Вдруг ничего нет. И так и оказалось, ничего нет.
Угадано. Пророчество свершилось. Там ничего нет. И да, там ничего нет. Камень с крестиком. Как насчет бомбы? Ее нет. Там ничего нет, и бомбы нет тоже. Еще камень с крестиком? Да вы что? Что-то слишком много. А может, мы сейчас купим парочку бомб в магазине? Ну, было бы хорошо. Было бы хорошо его сначала найти. Что-то я не пойму. Ай. А что оно так далеко ли? Да ладно! Посмотрел на муху. Вот, бомбы. Надо взять бомб. Хочешь не хочешь, надо брать бомбы, чтобы что? Чтобы увеличить... увеличить совсем маленький радиус взрыва бомбы. Теперь посмотрим, что же тут в камне с крестиком. Два сереньких сердечка. Хорошо бы, лучше бы найти камушек, который дает дамаг, потому что дамаг в 3,5 как-то слабоват будет. И нет. Ну, нет и нет. Секретная комната, да, найдена. Вторая, где вот она, не знаю. Магазин, 11 монеток. Что мы можем найти его? Ой, хорошо, еще. Еще камень с крестиком. Ну что, это точно даст камушек. Yes. Я-то сказал так, чтобы он появился, и он появился. Теперь дамаг 5.19. Ну, это как бы 3 деления на... А муха-то какая? Смотрите, она увеличивает радиус кружения вокруг этого своего дома фекалии. Но просто вроде раньше такого не было. Летали всегда на одинаковой дистанции от этой. Вот теперь поди ж ты. Батарейка. А возьмем и возьмем батарейку. Чтобы можно было реролить, и до сих пор мы ничего так и не зареролили. Ну, потому что бомбы надо было, мы их взяли. Может, тут плохое появится? Вот тогда мы его зареролим, уж зареролим, так зареролим. Итак, босс. Это простой босс, как мне казалось. Только вот... Вот что смущает, что раньше вроде он сразу в 4 штуки-то не появлялся. Максимум 2 было. А чё они замерли? Это меня смутило немножко. Пойдем глянем, что тут дают. Неведомую ерунду, стоит ее брать или ее стоит реролить? А вот реролим. Кошачий артефакт. Ну, даже не знаю, неохота что-то. Так, тут что будет? Тирсап и 2 серых сердечка. Глядишь, еще комната с ангелом появится. Вообще будет классно. Ну, наверное, такое может быть. В теории. На практике же, как всегда, что-то пойдет не так. Че они? Кто их за... Я не против-то? Так, только бомбы, наверное, тратить не стоит. Налево-направо все-таки. Вдруг секретная комната. Троллибомба. Ну, в любом случае, то, что появилось, оно появилось бы на вот этом островке. Так что, что там появилось? Да, лампочки. Одно, конечно, полет может появиться у нас. Тогда да, может, оно и подберется. Да что это за замедления такие? Кто их замедляет? Камушек? Что из артефактов замедляет вот этих ребят? Я не совсем понял. Такого раньше вроде не наблюдалось. Какой-то бомбовый артефакт. Просто бомба. Ну да, конечно, эти выстрелы на полкомнаты. Помним их. Помним, не любим, не скорбим. Ну вот где оно? Ну давайте сходим вниз бы еще сходить. Там была комната тоже. А вот такое. Какой-то кошмар. Ужасно. Это же ужасно.
как-нибудь с этим всем разрулимся. И видите, пришлось потратить бомбу, потому что на самом деле можно было не тратить. И тут, наверное, секретная комната, иначе все это было зря. Это и рерулить тут нечего. С другой стороны, конечно, там в сундуке может быть что-то. О, сама все взорвет. Прекрасно, только вот пауков не надо. Некая пилюля. Пилюля. Визард, вот сейчас зачем это? Не надо же, пожалуйста, уберите этого визарда. Ну ладно. Кончился. Да ладно, я уже привыкать начал. К боссу зайти. Так, а что мы не нашли? Мы ничего не нашли толкового, поэтому даже не знаю. Наверное, к боссу стоит еще не заходить. Пойти глянуть, где же там комната с артефактом, магазин. Магазин, правда, 9 монеток. Не особо ты зайдешь. Нет, конечно, можно. Вот это рерольнуть. 25 монеток. Может, его еще рерольнуть? Я просто думаю, 25 монеток, оно, конечно, классно. А вот глянем, что в магазине. Если мы его, конечно, найдем. Она не успела выстрелить. Ну, тут ощущается некоторая удача, действительно. Чаще всего она успевает. Красное это... Я не знаю, это не паук, это что-то страшное. Это какой-то, ну, это паук, у которого щупальца из пасти вылазит. Это ли не весело? Это ли не веселая игра? Где у паука... Безобидного создания, конечно же. Из пасти вылазит щупальце. И он блюет кровью. Это же смешная игра, веселая. Детская. Но с другой стороны, так если подумать, какая же это детская игра. Такое детям нельзя и показывать вообще. Маленький мальчик, которого хочет убить его мамаша, убегает в подвал, где в итоге... Побеждает мамашу. Я даже не знаю тут. Как понять? Сама концепция. Он слезками убивает же врагов. Правильно? Это же убийство. Но как это еще понять? Ой. Самое ненужное оно выкинуло. А вот нужное осталось внутри. Ну зачем так? Так не надо. А вот так надо. Ключики просто нужны. Вот нужны они и все тут. Ну, где-то вверху, я думаю, магазин-то. 13 монеток, так, глядишь, еще одну найдем, две. И что-то можно будет купить в магазине. Или нет, или не знаю. Ах, да, мы же еще и вот комнату с артефактом-то не находили. Вот она. Спасибо. Магазина точно нет. Ладно, пошли смотреть. Что ты такой? Ох, нет. Вот это рерольнуть, так рерольнуть надо. Вот что-что, а это нужно рерольнуть, потому что это лютый отстой. Ну, мне она не нравится, эта монетка. Гнутый доллар, или как там она называется. Или гнутая монетка. Она, во-первых, на пробел, а у нас там кубик. Нет, ну если бы что-то классное найти на пробел, я, в принципе, от кубика бы отказался. Но суть в том, что она уничтожает все предметы. 50 на 50, типа, должно быть. Что она уничтожает все предметы, которые есть в комнате, и дает за это монетку. Или удваивает их. Вот это мне не нравится. Придется все-таки... Идти в большую комнату. Ну, за ней, наверное, и магазин. Так что, нравится, не нравится. А кто тут? Летит кто-то, да? Прилетели. Пауки прилетели. Пауки летят. Это что за ужас? Ну, на самом деле, то, что вот летает, похоже на легкие курильщика. Так что, вполне может быть. В них водятся пауки. Пауки курильщика. Даже не знаю. О как, сундучок. А батарейку дать? Ой, какой-то интересный помощник. Может, стоит его взять? Все равно на бусраж мы не попадем уже, это явно. Lord of the Dead. И он стоит на месте и... Лучше бы я взял карту. Какая-то ерунда, серьезно. Что он делает-то? Стоит на месте и... Ну, наверное, дамажит всех, когда он стоит на месте. Это, возможно, неплохо. Так, реролите на что-то хорошее. Это даже лучше, правда? Хотя бы отравление будет по врагам проходить.
Батарейка, где она, интересно, мы ее получим? Мы ее получим, все правильно, это батарейка. Ну это что, прирольнуть что-то? Вот только что рерольнуть? И где там было что-то, что... Что-то же рерольнуть надо было. А что надо было рерольнуть? Я не помню. А, вот там был еще один артефакт. Или может сначала к боссу сходить и там что-нибудь рерольнуть? Ведь, ну, стоит же и почти бы задамажил. Он как бы вот его так... Я просто не знаю, получится ли ему... Вот. Ну и где дамаг? Не знаю, сегодня не завезли. Я, может, что-то не понимаю, что он делать должен. Или он должен стоять долго-долго и в конце концов превратиться во что-то, чтобы всех убить. Такое может быть? Ну, в теории звучит интересно, а на практике, скорее всего, ничего такого не получится. По-моему, даже вот этот черный шар, который кидает вражина, это, он его даже не останавливает, этот помощник. То есть шар на нем вот не взорвался же. Или взорвался, непонятная какая-то новая... Новомодная бесполезная штука, как всегда. Придумают кучу артефактов ненужных. Ну вот шар пролетел сквозь него. Почему бы взять да его и не остановить взрывом? Взрывом. Просто самим собой. Не надо взрывом. Еще лучше. А мы давайте его реролим что-то другое. Обалдеть. Вот рерол один за другим просто чудесный. Повышение удачи. Ну теперь-то заживем. Носовой гоблин. Карта Джастис. Вот чтобы дать и батарейку дать. А там было 25 монеток. А вот мы как раз пойдем и возьмем и купим карту. Вот что мы сделаем. Там, где я хотел что-то реролить. Ну, уж лучше 25 монеток, чем вообще ничего. А помощник, фу какой. Фу какой. Фу таким быть. Ну, значит, пойдем и возьмем в магазине, купим карту. Все лучше, чем ничего, действительно. Я тут даже на два артефакта. Можно еще что-нибудь прикупить. Как насчет повышения здоровья? Внезапно. Ну, спасибо, конечно. Вот чтобы еще так дамаг увеличили. Но что-то нету. Вот тебе сердечко за это. И топай давай к боссу. Вернее, уже в следующий уровень. Который окажется чем? Это будет четвертый уровень только? Или пятый? Что-то я не пойму. 16.34. Это будет только четвертый уровень. Ну, понятно, на босс раш спешить, не спешить. Короче, бесполезно. А как, это что ж такое? И не обойти никак их было. Нормально себе. А потому что там специально, отлично, да, вот такую комнату придумали. Типа такой, давайте придумаем комнату, в которой вроде как есть пространство для маневра. Ой, здорово. Ну, его там нету. Ну, конечно, венец творения это... Две комнаты. Первая комната там, где такой узенький мостик сверху вниз. И шесть мух летает. Но это еще ладно, если они одинаковые. Если они разные, начинается черти что. Они начинают несимметрично отскакивать друг от друга и все. И там, если не успеваешь их убивать, а ты не успеваешь их убивать. Получается черти что. И вторая комната, это комната смерти. Там, где четыре таких красных паука на ножках. Высоких паука. Высших паука. Ой, а правда тут что-то есть? Да как так-то? Вот, и там уж точно комната смерти. Опять бесполезная комната. Зачем вы такие комнаты ставите? Зачем это нужно? Правда. Ну, в смысле, плохо. Ну, правда, что я могу там рерольнуть? Что там можно рерольнуть? Если там нету никакого артефакта. Возможно, рассчитано, что он там иногда появляется. Ну, зачем ты взял? Зачем ты взял эту гадку? Ой. Рефлекс хватательный. Взял и взял. Схватил. Ну, где она? Оно. Он, червь. Ну, что, вот за комната, например. Хотя нет. Хочешь, не хочешь, надо идти через большую комнату.
Да я слышу тебя, ты вверху. Гуля-гуля-гуля. Ну как гуля-гуля. Цыпа-цыпа. Как еще это можно подзывать? Пуки-пуки. Пуки-пуки. Ой, ключик. Ключик-ключик. Рерол. Shield the tears. Вещь хорошая, конечно. Теперь выстрелы должны поглощать выстрелы врагов. Ну, тут как бы и минус закрался внезапно. Уай, может тут что будет? Что-то может и будет, но вначале надо магазин глянуть. Какой-то вообще уровень ненормальный, в смысле этаж. А ну-ка, мы взорвем все грибы. Ну, все не все. Как только один. Игра сломалась, что ли? Их обычно по два там летало. А вот такая комната мне нравится. Тут просто дамажишь и все тут. И никто тебя не задевает. Отличная комната. А теперь магазин, в котором мы находим, как ни странно, не жадность. Ну, вот я даже не знаю, стоит ли взять эту банку или не надо. А давайте взорвем кипера, может тут что будет? Монетка, ну это хорошо. А если взять банку и реролнуть ее? Или может сначала реролнуть, а потом взять? Взять банку. Так. Обратно ее положить. Ну, конечно, можно было и так реролнить. Батарейка еще одна. Теперь у нас будет супер батарейка. Можно двойной заряд иметь. Иметь двойной заряд, как смешно звучит. Ну, ладно. Так, а где? Вот же она. Вот же она. И где-то вон еще миллиард этих батареек. Пойти взять, что ли? Или что? А вот пойти и взять, чтобы можно было, если что, реролнуть два раза. Например, где-нибудь в комнате со сделкой или в комнате у ангела. А чё нет-то? Сейчас бы еще это, в комнату ангела попасть. А чё тут показывало две батарейки? Показалось? А ну как вдруг тут сейчас артефакт. Точно, артефакт в виде двух пауков. Ну что, босс ждет? А что не ждет? Ну, не ждет уже, конечно же, босс раш. Вот чё-чё, а босс раша... Как бы, а босс раши не будет. Вот как это вообще можно? Что он делает, этот помощник? Правда? Он их, может, притягивает? Я не пойму, что он делает. Чат, вот это реролить по-любому. Помощник, который выдает красное сердечко, это полезнейшая вещь. Это была последняя бомба. Последняя бомба. Та-дам-та-дам-там. Так, сойдем сюда. Предлагают серых сердечек. Вот и нету бомбы, чтобы взорвать ангела. Вот сейчас обидно, это была последняя бомба. Ладно, ангел, тебе повезло. Тогда мы тебя реролним. Одно другого лучше. Я думаю, повышение здоровья лучше, чем повышение скорости. Хотя, не факт. Босс аж вот там, в углу. Через низ надо идти. Ой, а это же можно рерольнуть. Только надо батарейку. Давно что-то не было батареек. А ну-ка дайте батареечку, пожалуйста. Как, это разве была не третья волна? Чё-то как-то не рассчитали. А батарейки и не дали. И вот это реролить вообще неохота. Правда-правда. Ну, впрочем. Где бы его использовать? Тут мы его используем. Скидыщ. Но, возможно, стоило бы эту штуку и реролить. Пойдем в большие комнаты, есть подозрение, что все основные комнаты, типа магазин и комната с артефактом, где-то там, в больших комнатах. Слушайте, это какие-то новые мухи, вот сейчас только заметил, таких вроде раньше не было.
Они просто хоровод вводят и все. И... Нет, ну они, наверное, не дамажат. Или, возможно, вот этот помощник как-то на них влияет. Ой, здрасте. Сколько их? 4 штуки? 4 штуки будет, да? Я не совсем понял, по-моему, один из них уже все, да? Кажется, минус 2 уже. Ну, вроде не 4, вроде 3. Окей. Отличная пилюлька. Хорошо, что ее не использовала где-нибудь во время боя. Но, с другой стороны, во время боя ее и не появилось. Просто пройти во вторую большую комнату. И правда, все комнаты, в смысле, все основные нужные комнаты как раз примыкают к этой большой. Отличный Гурлингс все тут загадил и не пройти теперь. Ну, конечно. Еще пилюлька. Ну, сейчас мы ее прям во время боя используем. Отличная вещь. Главное, повлияло на врагов просто невероятно. Они все сдохли. Конечно, нет. Так. Ты что за пилюлька? Гулп. Окей. Гулп так гулп. Тут бы бесконечный магазин, да и включить. Надо бы еще пару монет, чтобы... Хотя смысл... Пилюли генератор. Рерол. 99 бомб. Ну, это не пара монет. Но это 99 бомб. Ну, согласен. А ну-ка взорвать этого товарища, вдруг у него денежки есть. Есть, но мало. Надо больше. Надо еще как минимум 4 на букву Ч. Букву подбирал, просто забыл некоторые буквы. Тут может что? Или ничего. Хе-хе, как это всегда и бывает. Ой-ой-ой, сверху-то прилетело. Да хватит уже. Как он... Ну да, обычно. Повышение удачи. Какая-то бестолковая, ненужная комната. Спасибо. Чаще таких комнат не надо. Так, а вот тут интересно. Может, здесь секретная комната? Мы посмотрим снизу, и вполне может быть. Причем она может и тут быть. Ну, бомб много, можно и порасходовать. Да, комната супер полезная. Да что за наглость-то? Мы им тут бомбы раскладываем, а они них... Скидка в магазине. Ну, это взять, пожалуй, стоит. Хотя магазинов-то осталось вот он один. Но его можно сделать бесконечным. Но для этого... Даже со скидкой надо много денег. Где мы их тут выбьем, я прям не знаю. А с другой стороны, ну что там в том магазине-то есть? Как много денег-то дали? Ого! Ну теперь, когда нужны деньги, их просто не будут давать, да и все. Не совсем понял, по-моему, их не взорвало. Или у них иммунитет на взрывы? Вполне может быть. Это что, поменять ключик на монетку? Ерунда какая-то. Ну, я уж думал, тут мини-босс. Но монетки все равно не дали, так что извините. Это какой-то уровень-то, подождите, это еще предмамашевый, даже не мамашевый уровень. А идти, если что, то до мамашиного сердца вроде как далековато будет.
принципе, внизу может быть секретная комната, но тут нету точки подключения. Точка подключения. Руна Беркано, ну вот, выдала мух. Очевидно. И объяснять не надо. Дзынькнул ключик. Это был ключик? Да, это был ключик. Больше ключей. Пилюлька с эффектом. Ретровижн. Такая себе ерунда ни о чем. Я вдруг подумал, а зачем? Хайприест карта, в принципе, можно... Ой, сейчас как хорошо получилось. И даже одного из скелетов убило. В принципе, на боссе можно эту карту использовать. Разок топнуть мамашной лапой по кому-то, по какому-то из боссов. Вот сейчас я не понял, это что это такое? А что нас задело? А, потому что монстро. Понял? Все ясно, спасибо. Но вообще-то странно. Обычно это слишком круто для обычной комнаты. Я же понимаю, что это хард мод, но все же. The Stars, телепортация в комнату с чем? С артефактом, но она очень далеко и как-то неохота. С другой стороны, может, мы наберем монеток, и как раз будет время, чтобы его сэкономить, вернуться к магазину, он там как раз рядом. А ведь не хватает одной монетки. И что-то мне подсказывает, что нам сейчас ее тоже не дадут. Ну, если, конечно, не найдем вторую секретную комнату, которая где, вот интересно. Точно не тут, вот может, тут могла бы примыкать. Но там камни были, так что, скорее всего, нет. А вот здесь очень даже может быть. Или вот тут. Не зря тут монстры прыгали. Ну, правда, зря, похоже. Так, excited. Ширихария. Неизвестная штука. Уменьшение скорости. Вот чего не хватало, так это уменьшение скорости. Спасибо. Итого 14 монеток и... Ну, даже не знаю. Пойдем, наверное, возьмем серых сердечек. И все. Покупать за 14 монеток ничего не будем, потому что, ну, как бы не хватает денег. А, еще можно зайти вот сюда, в комнату с шипами на двери. Вдруг что тут дадут? Ну, кроме обычного по морде, сейчас вот. Раз по морде, руна Алгиз. Возьмем, пригодится тоже. А ну-ка, может, что тут есть? Или, скажем, тут? Грибочек. До свидания, грибочек. Вот так. Стоп. И да ладно, ну, когда уже черные сердечки будут вкладывать туда? Я куда шел-то? Стоп, куда? Куда я шел? Вот сюда я шел. В комнату с боями. И хорошо, что она еще открыта. А сердечек всего-то два было. Ну, извините. Ничего другого нам предлагать не хотят. Это что это было? Перекинуло? Ближе к выходу. Прекрасно. Кстати, это мы еще не заходили к боссу. И не знамо, какой босс. Босс, я вам скажу, замечательный. Больше бы таких боссов только где-то... Не у нас попадалось. Вот я что думаю, а дамага до сих пор хорошего нету. Как один раз увеличился дамаг только благодаря камушку, так с тех пор ничего нового. Сколько он? Два раза делает слайд. Рерол. Кажется, это как раз усиление дамага, правда? Нет, быстрее стреляет, больше слезок. Облом. Ну ладно. А вот что, комнаты нету с ангелом, например. Вот это обидно. Вроде бы же нам не дамажили прям по морде, по красным сердечкам. Ну, это странно. Ну уж как есть, так и есть. Вот где тут что? Наверняка босс вверху, справа, в дальней комнате. Или внизу, по центру. Ну, скорее всего, вверху, справа. Как вот, вот, что за расположение комнат на этаже? Прям смотришь и диву даешься. Зачем столько?
Зачем все так сложно? Ой, прям по морде. О, началось. Батарейкой. Взять бы ее и взять, но смысла тоже особого нет. Может, в комнате с боем что-нибудь? А, во-первых, туда не пускают. А во-вторых, вот тут, может, серых сердечек наберем. А в-третьих, наверное, надо сходить в верхнюю комнату слева. Глянуть, может, там что-нибудь есть. Так, серых сердечек. Вы дали одну? Да вы что? Это внезапно. Даже два. Что это с игрой случилось? Сломалось, что ли? Обычно по морде дают, а тут сердечек. Что-то не то. А, нет, все нормально. И да, как водится, тут ничего нет. В эту комнату, наверное, даже заходить не стоит. Наверняка там мини-босс какой-нибудь ужасный. Зато вот здесь может быть секретная комната. И она тут есть. И, возможно, мы даже через нее срежем путь. Хотя, не знаю. Еще монетка. Пятерка. И как раз вверху магазин. А, что такое? А это не магазин, это какая-то сокровищница. Не, ну вещь интересная, конечно. Куча батареек, можно что-нибудь реролльнуть. Сундучок. Интересно, а бомба взорвет их две? Вот так вот. А вот нет, все-таки ключ, куб с ключиком блокирует этот. Ой, какая хорошая комната. Прям можно было сюда не заходить. Прикольно, комната с ошибкой. А... даже не знаю, может... может не нажимать. Не надо было нажимать, плохая была идея. Ну конечно, заденет, куда он денется? Или монетка. Вот такой выбор. Или монетка. Давайте взорвем еще этого товарища, который нам не товарищ. Может, с него что-то выпадет. Пауки из него выпали. Спасибо. Отличная ошибка. Боль. Вот тут-то не ошибка. Тут у них сработало все как надо. С точки зрения выдачи пауков, тут у них все нормально. Ладно, пойдем наверх и уточним, там ли босс. Или все-таки там какая-то из комнат. Ну, я думаю, что, скорее всего, там босс. Либо внезапно тупик. А чё бы нет? Внезапно тупик? Ну, тут даже не смешно. Еще батарейка. Ну, может, какой-то артефакт? Да, тут вот артефакт. Гигантская фекалия. Ну и монетка. Монетка, конечно, спасибо, а вот все остальное ни о чем. С другой стороны, конечно, тут может примыкание быть секретной комнаты. Вот тут вряд ли, но вот здесь справа. Сейчас шипы пропадут, и тогда убежим. Ну, давай, комната, появись. Да, она тут. И сейчас узнаем, стоило ли сюда идти. Судя по всему, нет. Ретровижн. Меньше харя, вот это хорошо. Парализис. Хелсап. Ну, может и стоило. Все-таки хелсап. Не успеет. А может и успел бы. А может прямо на шипы бы и успел. Ну, я не рисковал, потому что скорость-то уменьшена. Почему только двойной заряд? Вот бы тройной был. Походу мы все секретные комнаты нашли. Значит, можно теперь с этим не заморачиваться. Даже черное сердечко дали. Не, ну раз такое, так давайте и тут взорвем. Почему нет? Карта? 12 spades, удваивает количество ключей. Теперь можно их есть. Стоп, ну, блин. Ну ладно. Да ладно, че он такой быстрый-то? Какая-то неправильность.
Какие-то они неправильно. У них, наверное, скорость как-то скалируется, масштабируется, в смысле, от размера комнаты. Чем он как бы больше расстояния летит, тем быстрее он это делает. Ну, иначе это никак не объяснить. Либо игра, как всегда, забагована и непроходима. Чё-то нет ничего. Давай. Вот как-то так. Ах, да. Спасибо. Ерунда не нужна. Просто вот ненужная ерунда. Я не помню, что это. Это еще хуже. Где-то остались батарейки? Надо срочно батарейки, потому что вот это реролить. Кстати, надо еще один заряд. Или, возможно, два оставить на, собственно, на мамашу. Слайды реролить, потому что они, в общем-то, не нужны. Грибочек. Хорошо, берем грибочек. Так, получится теперь заряд хоть один получить. А вон куча батареек валяется. Чё переживать-то? Батареек еще миллиард. Вот как ты там получил? Старался? Бесконечный магазин. Ну вот хорошо, я взял бесконечный магазин. Теперь все наладится? На самом деле нет, у нас есть... Ну, скажем... Я думал, хотя бы 21 будет монетка, но нет. Первый рерол. Компас за 3 монетки. А, по-моему, стоит взять. Ну, так. Свинка-копилка. Не хочу. Второй рерол. Фонарик. Эй, 2 раза взорвались. Усилитель дамаг за 7 монеток. Хорошо, берем. Картофелечистка. Не. Успел? Я успел выхватить паука-дрона по бросовой цене. Ну и дальше уже надо покупать все подряд. Для этого надо кучу денег, и их нету. Ну хотя бы это более полезный помощник, чем вот этот с короной на башке тупой, кто бы он там ни был. Ну конечно. И как я тут должен с этим всем бороться? Зато теперь мы видим, благодаря пауку-дрону. Вот это, там были пауки-курильщик, а это паук нормального человека. Благодаря ему мы-то теперь видим всякое. Типа, здоровье боссов, монстров. Поскольку дамага наносим, это приятно смотреть. Ну а теперь все. Все остальные комнаты пройдены. Пошли заберем 2 батарейки. И, возможно, 1 или 2 раза получится рерольнуть на мамаше вот эти ее слайды на что-то другое. Блин, как вот тут вот с этой... штукой, конечно, фекалий, который надо было взорвать с той стороны, чтобы мостик образовался. Вот тут нехорошо получилось. А ну-ка, давай туда все. Скидыш. Еще скидыш. 5 монеток. А может больше будет монеток? Ну-ка, подождите. Нет, монеток... Вот их 6. Это все. Хотя, подождите, а сюда не пускают? А что в бой-то не пускают? Боятся, значит, уважают. Все, 2 батарейки взяли. Угу. Ну, теперь что? Теперь пошли бить босса. Это уже мамаша. Не прошло, говорится, и 50 минут, а мы уже почти дошли до мамаши. Круто же! Долго и нудно, согласен, но... С исследованием же интересно, что найти и как лучше пройти. Come on. А, у нас есть алгист, но алгист, я думаю, стоит оставить... Для той второй мамаши. То есть мамашного сердца. Началось. Просто со всех сторон. Да ладно. Комната с ангелом. Подождите, вначале глянем, что ангел предлагает. Самонаводящийся выстрел. И знаете, что мы сделаем? Мы, конечно, это возьмем. Безусловно. Куча денег. А не поздно ли? И все? Как-то не очень. Чё-то как-то не очень. По 142 дамажится ангел.
А, слезинки-то увеличили дамаг. Ты дамаг-то он теперь 14 стал. Ну, я думаю. Вещь-то классная. И вот эту штуку реролим, потому что она нам особо не нужна. И отлично. А теперь еще реролим вот это все. И возьмем Jesus Juice, который damage и range up. Ну, теперь-то заживем. До этого все было неправильно, а вот теперь-то игра начинается. Собственно, два последних уровня. Вот тут-то мы их и пройдем как надо. Ради этого мы тут 40 минут и мучились. Давайте заглянем куда-нибудь, чтобы зарядить наш рерольный кубик. Монетка. О, деньги. О, шайтан-порталы были. А нет, еще есть. Ну, уже нет. Это же отличная вещь. Вот это сердце, которое нам выдал ангел. Спасибо большое. Ну, правда же, вещь хорошая. Так, 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 ни о чем. О, серое сердечко. Согласен. Но ни о чем. Ну, дамаг-то вон по 162 уже идет. Не, ха-ха-ха. Еще кто-нибудь? О. И знаете что? Вот тут 3 червя. А когда босс, там 4 червя таких было. Это немножко странно. Я, конечно, понимаю, что их общее количество вот этих кружочков, из которых они состоят, одинаковое. И там должно быть. Ну, я так думаю. Ой, как задел-то это? Ну, случилось неприятное. Комната с мини-боссом. Который это мини-босс? Мини-босс не очень, но и ладно. То в клапсу удваивает количество бомб. Их опять 99. Отличное место. И монстры классные. И шутки у них веселые. Секретная комната, конечно. Ну, еще бы. Че бы я сюда шел, если бы не знал, что тут есть... Что тут нет секретной комнаты. Нет, что-то я не то сказал. Ну, я подозревал, что она тут есть. Конечно, можно взять. И вдруг появится еще одна комната с ангелом. И вдруг появится еще одна комната с ангелами. Это что у нас? Серебряный доллар, который... Я забыл, что он делает, поэтому лучше возьму буклетик, чтобы, ну, как бы, как мне кажется, повысить шанс появления комнаты с ангелом. Ну, может, я не прав. Может, я прав. Не знаю. Значит, нам 4 комнаты как раз до босса. Ровно 4 комнаты. С боссом, ну, думаю, точно будет 4 комнаты. Если вдруг какая-то из них окажется пустой. Ну, такое может быть, что комната может быть пустой. Там какая-нибудь ерунда типа шипов. Что нечестно. Поскольку если комната даже с шипами, мне кажется, заряжаться должен артефакт. Это было честнее. Ну, да ладно. Как говорится, кто я такой? Обычный не очень игрок. Шестьдесят два дамажит, она даже не вылазит. Вот я отошел подальше. Я подальше отошел. Даже не стреляю по тебе. Надо поближе подойти. Все сложно. Еще бомба. А так мы не нашли секретную комнату, между прочим. Нет, это не порядок. Комнату надо найти. Она здесь. Я просто предположил. Куча денег, как говорится, спасибо. А куда мы их потратим? Все, спасибо, не надо, я понял. Никуда. Зачем ты подобралась? Ну, елки-палки. Что за рефлекс-то такой хватательный? Ну, оставалась же там единичка, по сути. Вот бы сейчас мы ее тут и добили. Нет. Надо схватить было. Все испортить. Не хочу в такое играть. Ой, серое сердечко. Ну, хорошо, конечно. Все, всех побили, двойной заряд есть. Если что, мы можем зарядить кубик еще раз. Мама Гурди. Такое вот. В игре оказывается две мамаши. Одна из них мамаша Гурди. Ангела нет. А давайте эту штуку вырулить. Соска. Желтый шприц. Правда? Торн фото. Тиршот спитап. Больше слез, быстрее стреляет. Ну, наверное, так и будет. Серые сердечки не нужны, ну что, пошли дальше бить. Что можно реролить, ничего и не надо будет.
По сути, мы готовы к сражению с мамашей. И... А вот что тут такое? Сундучки, в которых... Всякие деньги, бомбы, ерунда. И ключики. И пилюля с эффектом... Три знака вопроса. Главное не забыть, что у нас есть пилюлька Алгиз. Руна Алгиз. Специально для боя с мамашей. Типа... Хотя мы и так с ней разберемся. Правда, тут секретная комната? А зачем тогда я внизу бомбу положил? Ну, на всякий случай. От страха отложил бомбу, так сказать. А чё в комнату с боем-то не пускают? Не солидно. Ой, какая вещь классная. Это же полет. И же полет, да. И как бы классно. Спасибо, что задели. Я-то думал, кто заденет. Да, еще бы спектральные слезки, вообще было бы классно. Но чего нет, того нет. И неведомо сколько здоровья. А давайте зайдем вот сюда, просто глянем. Мы потеряем всего-то одно сердечко. Повышение удачи и... Парализис, невероятно страшная вещь. Давайте вот что мы Алгиз используем и не потеряем тут ничего. Да, а на мамаше не будем Алгиз использовать, будет такой вот хардкор. Что нам тут дают? Чуть-чуть, какая большая морда. Троллибомба, спасибо, до свидания. Секретная комната, значит, мы пока что точек примыкания секретных комнат не находили. А давайте будем пытаться их как раз найти. Ну вот как раз мы переместились в комнате, вот здесь, возможно. Я бы поискал точку примыкания секретной комнаты вот здесь. Что это было такое? Ничего себе, бомба по 1000 дамажит. Ну это классно. Она могла примыкать только тут, хорошо. Батарейка вот, пусть полежит. Хотя, что в смысле? Чем мы будем-то реролить? Задето больно и все такое. Два раза. Слушайте, а ведь это довольно много. Но красные сердечки. Сейчас будут подбираться уже. Нет, еще нет. Пока что только серые сердечки дамажились. Подобрал. Я старался. Ну что такое? Давай, вперед. Вот он я. Значит, она может примыкать внизу, либо вот здесь. Ну вот, найдено же. Давай, серых сердечек. Карта. Magician. Отлично. На мамаше самое оно будет. Серое сердечко. Прекрасно. У нас же вроде как продвинутая удача. 4 целых. Карта Джокер. Пошли глянем, что дает Джокер. А, вот так вот. Вот так вот. Как насчет вот этого? Что нам из этого нужно? Ничего, реролим все вместе. И знаете что? Вот это тоже можно реролить, потому что отстой. Вафлю можно взять, хотя... Ладно. И можно взять чудо-книгу, чтобы добить мамашу просто одним ударом. Ладно. Спасибо, кубик, до свидания. Тогда Magician не нужен, ну раз уж такое. Девятнадцать монеток. Ну что? Где серые сердечки, которые нам обещали выдать? А вот нет тебе сердечек, а вот тебе зато есть серое сердечко. Окей. Ну как внезапно, а ну-ка. Взорви все. Получи ерунды всякой. Что тут? Осталась парочка комнат. Ну, тут я даже не знаю. Это стоит тут что-то выбивать? Да не хочу даже. Давайте мы взорвем просто. Так будет веселее. Самое веселое в полете, что не надо переживать по поводу всяких шипов. Зеленых пятен на полу. Или красных следов от монстров. Просто проходишь и на все это не обращаешь внимания. Пролетаешь. Ну-ка, как будет выглядеть?
Что-то не очень. Ну ладно, зашли. Включили Magician. Да, я знаю, у нас есть супер-чудо-книга, которая позволит просто вот одним нажатием все это убить. Но это же не весело. Так, минус одно сердечко. Не-ха-ха-ха-ха. А вот так тебе, наш ответ вашим серным выстрелам. Там-там уже были. А, ну стоп-стоп-стоп. Ах, хотел реролить, но забыл, ладно. Ну, пускай так и будет. Итого, 52-12. Даже стыдно смотреть на это число. Число, на это время. 121-й, 245-й по времени. Ну, как бы... Ну, я не спешил, я играл вдумчиво. Так, типа, на... Чисто такой энтомологический интерес. Как там читеры сегодня? Прошли ли они за 0 секунд? Или все-таки вложились в минуту? Просто интересно, действительно. Ну, это какие-то опытные люди, которые проходят за 0 секунд. Молодцы же. Так, сейчас только что имена показали. Что-то за 0 секунд никого нету. Минута, 9, 2, 7, 9, 10. Короче, вот это наши маяки. Тот же Эльфин Лиет тут. Ой, Зератул за 15 прошел. Тоже известный читер, наверное. Я не знаю, возможно, какой-то мод запрещенный использование. Я не знаю, если запрещенный какой-то мод. Вообще, что значит запрещенный? За баннер, что ли? Вы не смешите мои, как говорится, подковы. Или копыта. В общем, все понятно с ними. А мы, как всегда, прошли честно и беспристрастно, что? Вдумчиво, что главное. Поэтому так долго, но зато мы все исследуем. Почти все. Такое вот. Всем спасибо за внимание. С вами был Джага. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч.